Приветствую тебя, принц Кель. Как же заебало под эльфом ходить. А то, я тоже устал. У меня вести от великого маршала Гаритоса, тебе понравится. Ну, ладно. Еще и пластина в башке проржавела. Неужели лорд Гаритос шлет подкрепление? Нет, у него есть для тебя кое-что получше. Он прислал тебе шутку. Реально смешной Ржекич, послушай. Сколько нужно солдат принцу-педерасту, чтобы удержать Долоран от толпы некрофилов, анимешников и сплети? Ну и сколько? Больше, чем у тебя сейчас будет! Собирайтесь, ребята, пора на передовую! Пока, неудачник! Стратегическая хуйня!